Доброе утро! Пришло время правильного завтрака, и поэтому с вами Дмитрий Кипин. В утреннем меню яичница по-восточному. Ну что ж, приготовим ее. Для яичницы по-восточному мы возьмем лук, томаты в собственном соку и куриные яйца. Начинаем готовить. На разогретую сковороду мы отправим репчатый лук. Сегодня у нас красный репчатый лук, хотя вы можете, в принципе, использовать и обычный белый. Отправляем на разогретую сковороду кольца лука. Пока обжаривается лук, мы возьмем болгарский перец, нарежем его в полоски и также отправим его к луку. Все это дело помешиваем, посолить не забываем и поперчить. А также у нас есть томаты в собственном соку. Если у вас нет готовых, вы можете запросто приготовить их сами. Для этого нужен блендер и обычные свежие помидоры. Берем, перебиваем томаты блендером и слегка их провариваем. И все, томаты в собственном соку у вас готовы. Отправляем томаты в собственном соку к луку и перцу. И для яичницы делаем такие вот небольшие отверстия в соусе и выбиваем туда куриные яйца. Все это накрываем крышкой и даем прожариться буквально 5-7 минут. Вот такая яркая и красочная яичница по-восточному у нас получилась. Она наполнит радостью ваш будущий день. Приятного аппетита!